Уважаемые коллеги, сегодня 13 июля, и мы снова находимся в Воронежской области на нашем испытательном участке. С момента посева прошло практически 2 месяца, и мы подводим промежуточный итог. Как мы видим, большинство растений уже цветут, и фаза наступления цветения нам помогает определить приложение Гидронео. LG30179 является самым ранним гибридом в линейке зерновых гибридов компании Limagren. Как мы видим, растение среднерослое, очень хорошо облиственное. Оно одно из самых первых в своей группе спелости выкидывает метелку. И у нас уже образовался небольшой початок. Показатель FAO гибрида 170. Важной особенностью данного гибрида является то, что он очень хорошо адаптируется к условиям холодной весны северных регионов выращивания кукурузы нашей страны. Также он хорошо себя проявляет и в более южных регионах. Растение прекрасно реализует свой потенциал в условиях достаточного увлажнения с хорошим уровнем питания. Также необходимо отметить, что растение проявляет высокую устойчивость к большинству заболеваний кукурузы. Гибрид LG30189 также относится к крайней группе зерновых гибридов компании Limagren. Также, помимо этого, он является самым ранним в линейке гибридов Гидронео. Растение является среднерослым, очень хорошо облиственным. Как мы видим, уже выбросило метелку и также образовался уже небольшой початок. Показатель FAO гибрида 180. Нередко весной возникают такие условия, когда осадки выпадают очень неравномерно. В такой ситуации хорошим выбором будет гибрид LG30189. Он прекрасно переносит стресс от недостатка влаги. Гибрид Кросби является одним из лидеров по потенциалу урожайности в ранней группе спелости. В оптимальных условиях урожайность гибридом может превышать 100 центнеров с гектар и более. Данный гибрид относится к линейке гибридов Гидронео, что говорит о высокой устойчивости к засушливым условиям. Характерной чертой гибрида Кросби является несколько эриктоидное расположение остроконечных листьев. Такое расположение листьев препятствует взаимному затенению растений, что особенно важно на начальных этапах развития. Помимо всего прочего, гибрид обладает хорошей устойчивостью к большинству болезней кукурузы и всем видам полегания. Данный гибрид является новинкой компании Limagren. Это гибрид 2020 года. В прошлом году он очень хорошо показал себя в демонстрационной программе. В этом году мы ждем хороших результатов с производства. Гибрид LG30215 – это гибрид двойного назначения. Он сочетает в себе высокий потенциал зерновой и силосной продуктивности. Что очень важно, этот гибрид также является гибридом линейки Гидронео, что означает, что он отлично раскрывает свой потенциал как в засушливых условиях, так и в благоприятных. Растения прекрасно облиственны, что дает большие преимущества во время уборки на силос. А за счет хорошей устойчивости растений к заболеваниям, оно остается зеленым до самой уборки. Необходимо отметить, что растение образует прекрасно опыленный крупный початок, и потенциал уборки гибрида на зерно также высок. У гибрида с женским именем Жаклин характер и потенциал настоящего лидера. Ряд испытаний, произведенных в различных районах и областях нашей страны, показывает, что зерновая продуктивность этого гибрида находится в топе в своей группе спелости. В благоприятных условиях зерновая продуктивность гибрида нередко превышает 120 центнеров с гектара. Быстрое раннее развитие, хорошая устойчивость к большинству заболеваний и полеганию, высокая устойчивость к засушливым условиям – вот ключевые факторы успеха гибрида Жаклин. На сегодняшний день мы уверенно рекомендуем гибрид Жаклин сельхозтоваропроизводителям центрального Черноземья и более южных регионов. Он прекрасно адаптируется к прохладной сырой весне, а также к быстрой жаркой весне южных регионов. Гибрид является очень пластичным и показывает прекрасные результаты в самых разных условиях.
Гибрид LG31272 является новинкой в линейке гибридов Гидронео. Показатель FAW 270. Это кремнисто-зубовидный гибрид с высокой устойчивостью к засухе и высокой устойчивостью к большинству болезней кукурузы. Во внешнем виде гибрида прослеживается генетическое родство с гибридами Кросби и Жаклин. Это видно по эректоидному расположению остроконечных листьев. В южных районах нашей страны, в условиях прошлого, очень сложного с точки зрения засухи года, гибрид LG31272 показывал результаты даже там, где остальные гибриды испытывали критические сложности, как в период цветения, так и в период налива. В более благоприятных условиях центрального черноземья гибрид раскрывал свой потенциал в виде урожайности более 130 центнеров с гектара. Высокий потенциал продуктивности гибрида обусловлен высокой засухоустойчивостью и быстрым ранним стартом. Растения хорошо переживают стрессы. За счет этого, даже в неблагоприятных условиях, потенциал гибрида раскрывается максимально. LG31272 – это гибрид для тех, кто хочет быть уверенным в результате даже в сложных погодных условиях. Гибрид Adaway уже давно ассоциируется с высоким урожаем у фермеров центральной полосы и более южных регионов. Высокий потенциал продуктивности гибрида реализуется за счет хорошей устойчивости к болезням и полеганию. Ранний старт также является преимуществом гибрида, что особенно важно в южных регионах, где запас почвенной влаги иссякает достаточно рано.